На самом деле мы с мужем его строго воспитываем. Он не позволяет себе лишнего, то есть он не позволяет истерик каких-то, да. Он никогда не ставит меня в какое-то неловкое положение, потому что он знает, что можно делать, что делать нельзя. Почаще занимать время, соответственно, книжки читать. Мама по хозяйству вот все время меня привлекала. У меня мама учительница, она была достаточно строгая. И она, в общем, воспитывала меня методом кнута и пряника. Я думаю, что, в принципе, я буду поддерживать те же идеи воспитания ребенка. Быть всегда добрым, честным и справедливым – это самое главное. По рекомендации своей мамы я могу сказать, что нужно однозначно соблюдать режим. Строгий режим дня. Вставать в одно и то же время с утра, днем ложиться в одно и то же время. Любовь, наверное, все только основное, наверное, я переняла от родителей. Как меня любили в семье, воспитывали с любовью, лаской. Наверное, это и я такая же. Я всегда своих детей и вот своих внуков учу доброте. Совершать добрые поступки, потому что добро навсегда возвращается бумерангом. Читать, много читать ребенку. Честность, аккуратность. Не врать никогда.